Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Пеномбру. Мы в хим-лаборатории, и мы в полной жопе. Сзади у нас охранник. Вернее, они так называют его охранник, я называю его страшная херня. Тут у нас какие-то камеры, что ли, я не пойму. Здесь нам вещество надо найти для создания противоядия. Что за звуки на заднем плане? Похоже, здесь как в Биошоке, нельзя попадать в свет своеобразно. Ага, как обычно. И сейчас, похоже, надо найти выключатель. Почему-то в игре все так сложно и недружелюбно к игроку, а почему она такая? Ну ладно, у меня опыт в стелс-играх большой. Так что я думаю, справимся. Так, рычаг. Стой! Погоди секундочку. Начало у нас, конечно, было дурацкое, но мы же можем стать друзьями. Зачем тебе это? Мартышка, я не хочу умирать. Придется, тварь. За мобиль ты мне ответишь. Видели, да, как заговорил? Так, что дальше? А, ну здесь, по крайней мере, вроде как нету этих монстров. Это уже хорошо по-своему. Так, опять надо найти включатели. Это уже превращается в какой-то геморрой, я бы сказал. Так, тихо. Куда иду, вообще не понимаю. Лично. А, ну, судя по всему, назад надо идти. Потому что вроде как... тихо. Вроде как я нажал то, что нужно. Хрен там, значит, еще где-то есть. Фу, так, ну это не сложно, совсем не сложно. Ага, вот еще один. Лично. Так, все, давай, посвети. И потом мы пойдем. Я надеюсь, их только два было, не три. Да, все, отлично. Стой. Чу-чу-чу-чу. Подожди. Осторожнее, что-то там не так. Забаррикадируюсь. А... блин. Мертвый работник, малоэффективный работник. Работая с опасными материалами, обязательно надевайте защитные очки. Храните личную капсулу с цианидом отдельно от аспирина. А, это пустой контейнер. Так, что мне делать, что мне делать? Блин. Что такое вообще, не пойму. Блин, они сейчас ворвутся. А, смотри,
Блин, показалось, что они уже тут. Зацепил. Так, мне похоже, он в ту дырку. Блин, давай быстрее, пожалуйста. Нет. Давай еще. Давай. Все, нет. Эй, ты что не упала? Давай. Блин. Все, не слава богу. Блин, мне хана. Да. Надо уходить отсюда. Прошу тебя. Я смог бы привыкнуть, смириться. Мы бы стали соседями. Пользовались бы телом по очереди. Ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Завершение через 2 минуты. А, твою мать. Ой, какого хера. Ой-ой-ой-ой. Что такое вообще происходит? Давай. Так, сохранится по-любому, давай. Блин, что не сохраняется? Уф. Найдя это вещество, я почти избавился от болезни. После этого я надеялся снова вступить в контакт с разумом Турнга. Как это делал мой отец, мне нужно было знать, что такого они сказали ему, что заставило его так быстро сдаться. Надо было положить этому конец. Я отлично знаю, о чем ты думаешь. Решил, что можешь меня уничтожить? А знаешь, что я думаю? Я прихвачу тебя с собой. Твою мать, куда бежать? Какого хрена? Я ни хрена не вижу. Ой, блин, что творится? Где я? Чё я? Я ничего не вижу, блин. Чё такое? Чё, где кто? Твою мать. У меня загонки похожи какие-то. Ой, блин. Вирусы распространяются быстро. Избегайте излишних телесных контактов. Я вообще ничего не вижу. Вообще, блин, что такое? Иди нахер. Ой-ой-ой-ой. Давай. Вот этого еще не хватало. Блин, ну хоть куда-нибудь дайте убежать, пожалуйста. Я вообще не представляю, что делать. Какой смысл вообще в таких тупиках? Лаборатория смотровая. Чё? Уф, вроде бы я туда прибежал, куда надо. Фу, блин, у меня аж... Ну что? Вот и конец. Никаких наград, медалей. Даже спасибо не будет. Просто вакцина и занавес. Отлично. Так, ну что, пошли в лабораторию. Фу, так. Ты, я надеюсь, не встанешь? Фу, так. Блин, вот это было дело.
приводите в порядок смешивание. Пожалуйста, не надо меня убивать. У тебя ничего не получится. Да у тебя просто мозгов не хватит. Давай, давай, ты жрущая тварь. Да не так далеко ушел от амебы, как тебе кажется. Вот видишь, я же знал, что ты этого не сделаешь. Так что теперь командую тут я. Поехали. Ушлый какой. Так, здесь похоже. Так, ладно, все, хватит бессмысленно нажимать. Давайте смотреть заметки. Ага, хрен нас заметок, конечно. Так, какой там N кнопкой список заметки, противоядие, вывести формулу лекарства. Угу. Реагенты. Цетон, метод, все реагенты нужно смешать в указанном порядке. Хлор, ацетон, йод, бром. Ладно, блин, так, секунду, ко мне зашли. Короче говоря, я 10 минут пропарился с этой комбинацией, решил вам это не показывать, тем более, что у меня и так была запись выключена. Короче, комбинация была вот это, потом вот это, потом вот это, потом вот это, потом вот это и потом вот это. Так вот, в общем, вот так и вот так. И к этому очень трудно было прийти, и в итоге я пропарился натурально минут 12-10. Сейчас по часам посмотрю. Охренеть, 14 минут пропарился. Но тем не менее, это получилось, так что я поздравляю вас, а вы, надеюсь, меня. Так, ну и что? Так, все, Кевин, до свидания. Наконец-то, я что, все вылечился? Отлично. Так, что дальше? Ух! Что это было? Ой. Отличное тело. Вот этого еще не хватало. Так, быстро вентиляцию. Давай. А вот хер ты меня тут. Что ж так пугаешь ты меня? Так, нам, судя по всему. Мы так долго были вместе. Куда же ты бежишь, мартышка? Я тебя вижу. Я тебя тоже? Я тебя вижу. И что мне с тобой делать теперь? Очень скоро останусь только я. Эй, мартышка, я тебя вижу. Короче говоря, мне нужно по-быстрому оттолкнуть там от двери преграду вон ту и походу выбегать, потому что иначе мне хана. Он меня просто убьет. Так, со здоровьем у меня порядок. Сейчас он пройдет сюда. Тихо. Сейчас он уйдет обратно туда, и я думаю, можно выдвигаться. Че ж ты не уходишь-то? Мы так долго были вместе. Куда же ты бежишь? Все, валим. Ух. Не может быть. Твою мать. Твою мать. Может быть только мы все. Что происходит? Это...
Этот стал человеком больше, чем мог предположить. Человек, прости за его действия, прости. Чё? За это следующее действие, прости. Не ненавидь меня. За какое следующее действие? Чё-то бред какой-то, извиняюсь. Какого хрена? Не надо тревожиться. Мы в твоем сознании, человек. Если ты знаешь себя, тебе нет чего бояться. Я могу потерять все. Один пришел первым. Человек Говард. Он не был сильный. Род людей вместе сильнее даже, чем я. Но человек один слабый. Но твою цену я знаю, человек. И я подчиняюсь тебе. Однако следует продолжить твои испытания. Хотя я не хочу это. Род людей не так един, как я. Каждый из вас одинок. И каждый тянет в свою сторону. Во мне все направлено в одну сторону. Только поэтому я помогаю тем, кто нарушил мой покой. Я проверю твои реакции, человек. Я проверю, к чему ты движешься. А тогда ты получишь свои ответы. И если захочешь, отомстишь. Какого хера? Что это было только что? А, оно еще и не закончилось. А, понятно. Ну, знаете что, я думаю, на этом мы прекратим эту серию. Следующая, скорее всего, будет последней. А, и именно в ней мы, в принципе, покончим со всем этим бредом, который начался. Честно говоря, он мне не нравится, поэтому пора с ним кончать. В принципе, на этом все. Будем добивать на пути новый хоррор. Так что, все. Пока-пока-пока. Увидимся в последней серии. I see, I see, true, true.